Атмосферу праздника к Новому году создали не только в общественных местах Нарьян-Мара, но и в частных и многоквартирных дворах. В столице округа подвели итоги конкурсов на самое лучшее новогоднее оформление дворовой территории. Участие в нем приняли несколько десятков жителей округа. Нина Грин живет в старом аэропорту уже 26 лет. В конкурсе на лучшее оформление двора «Зимняя сказка» участвовала впервые. На задумку, украшение двора и изготовление снежных фигур у нее ушло 2 дня. Для конкурса я приготовила, сделаны елочные игрушки, 2 хрюшки, мама Хрюша и сыночек. Потом сделали мы, придумали снеговика-лыжника сделать. Потом русская печка стоит. На русской печке у меня котик грелся. Потом самовар с яблоками на снегу сделано. Никаких особенных условий в программе конкурса нет, как нет предела и фантазии участников. Вместе с Ниной Грин в конкурсе участвовали еще 20 дворов. В 2 раза больше, чем в прошлом году. Поэтому и определиться с победителями конкурсной комиссии было непросто. Была создана комиссия, и первоначально было определено 3 места. Но когда члены комиссии обошли микрорайон, то увидели, что очень много красиво украшенных домов, решили внести изменения в положение и установили 5 призовых мест. Ну, конечно, сложно было голосовать, потому что не могли определиться с 1-м местом, со 2-м хотелось и людей поддержать, и самим порадоваться. Но вот все-таки комиссия определилась. 1-е место досталось Федору Носову. Нина Грин заняла 2-е. Всего то старый аэропорт определил 5 победителей. Им вручили денежные премии от 1 до 6 тысяч рублей. А вот среди многоквартирных самым новогодним признан дом номер 5 по улице Ленина. Его жильцы украсили не только двор дома, но и каждый подъезд. Причем украшать свой дом они начали еще до объявления конкурса по инициативе старосты дома. Все жители откликнулись на эту инициативу с таким удовольствием, даже вот молодцы, очень все поучаствовали, хорошо вышли, украсили все подъезды. Затем мы узнали по поводу конкурса городского. Думаю, давайте-ка мы тоже поучаствуем в этом конкурсе, новогодняя сказка, если я не ошибаюсь. И вышли все вместе опять на улицу, правда, тут не повезло немножко с погодой, был морозец и было очень мало снега в палисадниках, но мы, в общем-то, постарались и составили экспозицию, такую путешествие в новогоднюю сказку. 2-е и 3-е места заняли дома по улицам Авиаторов 26 и Зеленая 23. Победители получили дипломы и денежные призы. Как считают организаторы, денежный приз является хорошим стимулом для участия в подобных мероприятиях. Они все дружно вышли, украшали свой дом и дворовую территорию. Именно комиссию, тоже вот такой немаловажный охват, чем больше людей тоже участвуют в мероприятии, это уже замечательно. Потому что не то, чтобы один человек, активист, какой-то все за всех сделал, а именно всем дружно, всем двором, все вместе вышли и сделали свою жизнь красивее, уютнее, приятнее, создали праздничное настроение. Такие конкурсы проводятся в регионе не 1-й год. И каждый раз, отмечают организаторы, нарьян-марцы с удовольствием принимают участие в создании праздничного облика города в преддверии новогодних и рождественских праздников. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».